Лето – это время экспедиций. Это хорошо знают в отделении туризма Центра детского творчества и досуга «Хибины». На днях из первого серьезного похода вернулись новички – школьники 12-14 лет. Ребята побывали на Терском берегу. На карте маршрута поселки Умба, Варзуга, Оленица, Кузряка. Так как туристы начинающие, экспедиция проходит в облегченном варианте. Путешественники живут в Умбе, откуда совершают однодневные походы. Мне очень понравилось, мы веселились, у нас двухэтажный домик был, нам весело было. Там мы и подушками дрались, и пастой мазались, и готовили сами всю еду. Нам покупали руководителя, мы в магазин ходили руководители с мальчиками, а девочки готовили дома. Мне запомнился больше всего музей петроглифов и поход. Мне тоже понравился музей петроглифов и экологическая тропа. Мы ходили по побережью Белого моря. Поход учебный. Педагоги-организаторы стараются привить детям навыки выживания в дикой природе, показать красоту родного края, познакомить с историей, а заодно укрепить некоторые социальные навыки. Поселок Варзуга – это древнейшее поселение на территории Мурманской области, на секундочку. Вот. И нас там познакомили с бытом местного населения, рассказали историю возникновения данных населенных пунктов, вообще показать, кто мы и зачем мы. Все это, во-первых, закаляет характер, во-вторых, воспитывает личность, в-третьих, учит общаться, потому что если ты не будешь разговаривать со своим партнером, то ничего не получится. Пока одни путешественники делятся впечатлениями, другие только собираются в экспедицию. Проверяют снаряжение, обговаривают маршрут. Эти ребята опытные походники. Им предстоят многокилометровые марш-броски, ночевки в палатках. В Кировск ребята вернутся ближе к выходным.